Партнер проекта – компания «Коврастил». Важно то, что под ногами. Наше сегодняшнее загородное поместье заметить непросто. Дом скрывается за длинными массивными косами дикого винограда. Это одно из тех растений, которое бесспорно стоит завести на участке, если вы хотите придать эффект изысканной старины своему дому. Ну или в крайнем случае закрыть свою территорию от чьих-то взоров. Эта зимостойкая лиана порой поражает садоводов своей неприхотливостью и стремлением бесконечно разрастаться. Он у нас вот даже по антенне вот туда заплетается кверху. Каждую осень муж у меня его состригает, ну, максимально. Но, видимо, ему тут очень нравится, потому что он полностью заполонил у нас дом. Но и нам тоже нравится, потому что красиво, необычный стиль получился. Осенью иногда он бывает очень такой насыщенно-красного цвета, очень красивого. Просто приятно смотреть. Дом в таком красных тонах у нас получается. Страсть к прекрасному присуща каждой женщине. Наша хозяйка не исключение, что она обожает на своем участке, несложно догадаться. Конечно, цветы. Цветы – это первое, что я люблю больше всего. Любимых, можно, даже и нет, но я вот хочу, чтобы в течение всего лета у меня все это цвело. Вот, например, сейчас только что отцвели, вот отцветают ирисы, затем начнут цвести однолетники всевозможные. И, конечно, ближе к осени зацветают флоксы. Много у нас еще георгинов. У Ирины есть свои садовые секреты, которые в семье передаются от поколения к поколению. Вот эти вот, кстати, пионы, это вот свекровь. Она очень любила пионы. И она говорила, что нужно раз в 10 лет обязательно их рассаживать. То есть вот они у нас 10 лет на одном месте, потом мы их делим и раздаем всем соседям. Наша хозяйка с улыбкой и радостью вспоминает, что на этом месте было 30 лет назад. Больше всего она довольна тем, как все изменилось. Нужды заполнить все грядками и выращивать тонны овощей, слава богу, нет. Сейчас можно и отдохнуть. И даже ходить было очень сложно. Между этими грядками, можно сказать, падали все время. А сейчас мы, во-первых, мы между грядками делаем широкие тоже пространства. Ну и, конечно, цветов у нас гораздо больше. Но, с другой стороны, просто созерцать и отдыхать вот у нас не получается. И я считаю, что это скучно. Надо видеть плоды своего труда. А чтобы видеть плоды своего труда, все равно нужно тут поработать. Особую стилистику участку придает украшение фасада дома – резные наличники. Им порядка 100 лет. Кстати, в старину считалось, что они защищают от сглаза и служат оберегом. Чтобы сохранить дачную идиллию, Фукаловы приобрели соседний участок для своих детей. Теперь постепенно его обустраивают. Я уверена, что на этой даче мы еще побываем. Ну а пока встретимся с вами на следующей неделе. Валерия Ермакова, Семен Соснин, телекомпания «Ветта».